Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем тур, как с вами проходить. Так, я куда-то портанулся в портал. А где я? Опа. Клипчики. Только назад не портуйся, пожалуйста. Опа. Амчики. Кто там прыгает? Где прыгают-то? Кнопка? Одна кнопка почему-то. Так. А как мне... А подожди, а как мне дальше? А, привет. Открывай куда? Сюда, сюда. Сука, у меня пулемет. Надо находить эти, как их, кнопки вот эти, да? Five Ter, что там написано было? Five Ter, что-то там. Так, ага, это назад. Хорошо. Вот это так-то уровенчик, уровенчик. Да слышь. Сука! Почему с него ничего не падает, с вот этого жирного-то? Могли бы хотя бы аптечечку мне дать. Хоть что-нибудь. Где? Так, что-то нажал. Что-то нажал. Что-то на... Так, а я нажал их, да? О! Стрелы. Что за звук-то, блядь? Где вы? Тут такое, как будто бы их куча возле меня, но их-то никого нет. Box of ammo? А, это гранаты. Как гранатами-то пользуются? Какие гранаты-то? Ультра Хелс! Нашел! Explosive Shells. А как гранатами-то пользоваться? Я вот не понял, какие гранаты? Я уже все, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какие гранаты-то? Никаких гранат нет. Кер его знает, ладно. Explosive Shells, да где моя пушка-то? Не понял, 11 патронов осталось. А вот это куда портал? Да уйди ты. А, это назад. Закрылась дверь. Ладно, тут я не был. Окей. Патроны, конечно, улетают очень быстро. Вообще просто махом. Так. Так, на тебя не будем тратить патроны. Блин, не то. Дай хотя бы вот это. Да ёлки-палки. Окей, ладно. Куда я иду-то? Привет. Ты здоровый, да? Оп. Блять. Да ёбаный маг. Возьми нормальную пушку. Если не нормальную, хотя бы побыстрее. Это что? Ух, сука. Жизни выпали. Так, это куда-то пробил путь. Опять? Да что ж ты будешь делать? Что это? Это у нас неуязвимость. Неуязвимость и ускоряшка, и замедляшка всего. Так. Эти у нас... Могу даже ножом их резать, смотри. Лучше бы оно мне, короче, силу давало, чтобы я мог с ножа с одного удара убивать. Серьезно. Это бы намного было бы... упростило бы задачу. Так, что это за кнопка? Что открывает-то? Клип какой-то нашел. А, вот. Так, спокойно, я пришел откуда? Ага, ладно, пойдем сюда. Где там? Оу! А, тут мелкие. Мелкие суки-падлы. Что? Large energy... А-а-а! Это на вот эту пушку. Прикинь. Так, а чё? Ой! Тут был портал. Ладно, пойдем. Да что ты так долго горишь-то? Почему долго так горишь? Смотри, я даже не успеваю сразу два пробежать. Блядь, ты серьезно, что ли? Я-то полдня буду идти. Чего так ты долго горишь-то и быстро восстанавливаешься? Это так-то нечестно. Бляха, ты вот это видишь? Ты видишь вот это, а? Ты видишь эту хуйню? Ладно, пойдем потихой. Так-то перестань. Перестань, сказал. Так, я уже дошел. Это к этой пушке патрончики выпадают с них, окей. Ты думаешь, я туда допрыгну? Ты серьезно? Игра. О! Ультра Хелс 250, отлично. Восстановился. Так, и все? Так, а подожди, а дверь вот эту не открывается? Ну ладно. А меня закрыли, ага.
И, а, отойди. Ва, там кто-то орёт. Так, это я куда-то еще открыл. Куча проходов, пиздец, куда идти? Так, это я, ага, мне нужно нажать все эти. Вот это короткий путь, мне нужно нажать, чтобы все поднять и туда пройти. Окей, окей. Окей. Кокейн, 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 кокейн. Сука. Опа, а, чекпоинт. Почему одни убиваются с одного удара, а другие не с одного? Так, миниган 8, дай, возьми. Чекпоинт, алло, берись. Чё ты не берешься-то? Или он взялся? Ладно. Будем считать, что он взялся. Открывай. О, не открыто. Как так-то? Значит, я не туда пошел или что? Так. Вот тут еще пойми, куда идти. Так, а тут тоже не открыто. Значит, мне на ту сторону, да? Я же тут все облазил или что? Да вроде все. Там уголок, в принципе, но там ничего не должно быть. Здоровый пень. Пускай себе там ходит дальше, я ну его нахрен. Так, идем теперь на эту сторону. Так, тут я был. Там желтый, видишь? Надо желтый этот найти. Да блин, ну иди, ну ты, сука, ну почему ты такой дебил? Так, дверь. Воу! Идете сюда, нет? Только не пожалею на вас патронов, падла. Опа, чё? Ебать! Гранат-ланчер, наконец-то я нашел гранат-ланчер. Какой? То, что гранаты бросает. Дай протестируем его. Где ты? Кто там? Воу! Чё-то новое. Раз. 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 Там ничего нет. Раз. Раз. Ну-ка. Сколько выстрелов? Два. Два выстрела, и чувак дохлый. На. Ху-ху-ху. Вот это уже пожестче так-то пушечка, блин. На. Сука. Так, нам надо было желтый найти где-то, я его провтыкал. Воу! Что такое? Что такое? Кто? Где? Зачем? Ах ты, сука. А подожди, как мне гранат-ланчер взять? На нолик, наверное, да? На. Хи-ха! Спасибо, что прикрыл, чувак. Молодчик прям. Так, ammo of box. Ой, box of bullets. Ammo of box, классно сказал. Нормально так. Сразу двоих. Воу, сразу давай всех. Ну почему ты труп мешаешь? Смотри, вот что за прикол. Я стреляю в пол, и оно не убивает. То есть я попадаю, когда в труп, он не убивает. Когда попадаю в пол, он начинает убивать всех. Что за херня? Да иди ты, блядь. Заколебали вы уже меня. Да я треть твою. Падла, сука, тварь. Паскуда, ненавижу тебя. На. Да, блядь, куда ты стреляешь? Туда стреляй, вот в этого. Вот ты. О! Вот я сейчас труханул прям. Конкретно. Кто? Ладно, давай уже этим заебашим его. Ну подожди, нет, нет. Ай. Да пошел ты, бледеныш! Да уйди ты, сука, тварь! Ага. У меня уже просто кумарит, это когда противники восстанавливаются, это просто жопа. Это же неправильно. Че такое? Где я? Чего там? Шипы. И чего? Ну плывем, плывем, и что? Плывем, плывем. Плывем, плыву. Ничего нет. Плыву просто так. Что там? Ничего нет. У меня сейчас воздух закончится с такими плаваниями. Ты можешь быстрее плыть. Чувак. Какие-то секретки вот эти непонятные. Вот нахрена это все нужно? Нахрена я сюда поплыл? Я вот только время сейчас трачу. Реально трачу время. Мне все равно эти штуки не нужны. Они как-то неправильно рассчитали с ними. Вот нахрена я круг накинул, да? Нет, выплыл куда-то в другую сторону, походу. Где мой эйр? Да нет, я... Подожди. Тут же никого не должно быть. Да, короче, херня. Это не эти... Блять! Привет, вы уже, типа, вас успели разродиться и успели вырасти, да? Хорошо. Молодцы, красавцы. 57 патронов? Ты серьезно? Куда я их дел?
Так, кнопка. Кнопка это хорошо, кнопка еще хорошее. Все три открыла. Все. Так, подожди, а я же еще не все облазил тут. Мне же надо как... Как джентльмену нужно все обшарить. Так, а стоп, а подожди, мне вопрос. Вот здесь, вон видишь? Да иди ты, блядь. Как мне туда попасть? Вот серый, оранжевый. Стоп, а ну-ка. Там же я нигде не провтыкал. Вот. Да нет, нигде не провтыкал, смотри. А как же туда попасть тогда? Вот этот в оранжевый ход, как попасть-то? Подожди, а ну-ка я сюда схожу. И вот тут направо. Может этого завалить? И как вариант. Так, что-то просадка пошла конкретная. Что такое просадка-то пошла, иди твою мать? А ну-ка восстановись меня быстро. Да нет. А, это же вниз было, блин, проход. Иди твою мать, я только время потратил. Ну да ладно. Привет. Угу. Ю-ху! Есть! Я пришел сюда. Мне нужно ключ, я ни один ключ еще не нашел. Кнопка. Открывай. Брунда. Пуньк. Пуньк. Опять пещеры. Пуньк. Блин, разлетаются просто в труху. Но если бы у меня бесконечные были стрелы, было бы классно. Бесконечные жизни это в принципе никчемная штука. Мне нужны бесконечные стрелы. Привет. А он не сдох. Нормально. Этот не сдох. Скоробюшка не сдох. Сколько нам два выстрела осталось? Воу. Сука. На. На. Почему этот не сдох тоже вместе с ним? Блин, обычные стрелы такие слабые, просто пиздец. Смотри, 4, 5, 6, 7 выстрелов. Ай-яй. Так, давай берем дробовик, у нас там взрывные. Да, блин. Вы только мне мешаете, ну пацан. Да, блин, ты серьезно, что ли? Уйди. Вы мешаете, ну реально. Не появляйтесь, пожалуйста. Что здесь? Здесь завал. Так, хорошо, заблудиться можно, да? Легко. Бум. Привет. Получил, сука. Получил, сука. Что это? Опа, гранат ленчер. Опа, потрошки, нормалек. Зарядился. Окей, вдё, вперед, дальше. Фух. Да, короче, ну вас нахер, я вас серьезно отвечаю. Ну, блин, пипец, их просто нету смысла бить. Просто они бесконечные, смысл тратить патроны. Вот смысл, если я могу просто пробежать. И все. На, вот тебя убью. Так, там, в принципе, нормально все. Тут чего? Оп-оп-оп. 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 И херли ты, блядь, не умер, сука. Да 4-5 выстрелов с дробовика. Сука, это я плохо сделал. Блядь, зажали, сучки. Сдохни, блядь. Тварь. Зажали меня, ты понял? Да этот просто не сдох, который, блин, маг. Да, иди ты, блядь, ну. На! Сука, сейчас зарежу тебя нахер с дробовика. Ну, блин, сдохни. Ты чё? Сука, смотри, я стою за трупом, и я не могу выстрелить вот туда, потому что он попадает типа в труп. Хотя здесь, ну блин, текстура, ты чего? Там полкилометра еще. Блять, ты от. А-а-а. Да иди нахрен. Сихренечка. А ты не хочешь сохранить меня? Так, давай. Пошло ты. А, конечно, ты меня укусил, ага, действительно. Ой, это я, конечно, прикольно сделал. Потратил. Так, а подожди, я что, вернулся назад? Ну, в смысле, не назад, а в первый этап. Да иди ты! Вот. На! Три выстрела с дробовика, отлично, четкий пацан. Так, тут ничего. Что-то зеленое. Чекпоинт? Ага. Чекпоинт. Чекпоинт. О! А я выбрался туда, где я вот там
Хорошо, подожди, тогда не надо спешить. Если я упаду, это все придется заново проходить, что ли? Вы серьезно? То есть мне падать нельзя. Потрошки на вот это. Кто? Ты аж оттуда стреляешь? Красавчик. Смотри, я могу, в принципе, перепрыгнуть, но я что-то не хочу. Ну ладно, давай сейчас еще тут пошарим. Может быть, там какие-то эти есть. Ты чё? Давай возьму вот эту. Угу. Ну и откуда ты? За мной. Пришел. Мне просто надо ключи. И все, три ключа. До свидания. И выхожу с уровня. Так, а тут смотри, дверь, но она закрыта. Так, я не выползу. А... Стоп, а как мне выбраться? Ага. А, вот тут можно еще, смотри. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Опа, ключик первый. Левел 6K. А я на каком уровне? Подожди, а я на каком уровне? А, на пятом. 6, 7 и 8 последний получается, да? Да, блядь, да что? Что такое-то, блядь? Опять просадки какие-то пошли. Ой, прям 6 FPS. Вы чё, а что случилось, алё? Чё за прикол? Ну вот хер ли, блядь? Чём тебе не... Что тебе не понравилось? Турок ты, придурок. Турок-шмурок, блядь. Да что тебе не нравится-то, иди, твою мать, в том месте. Да иди. Потрачу на тебя один патрон. Да, сука, ты... Ты заебал! Заебал! Ты смотри, что творится, блядь? Так, короче, давайте я сейчас перезагружусь, наверное. Хотя подожди, стой, перезагружусь. А сохраняшка-то где? Сохраняшка была... Что, прошло или чё, блядь? Нет, не прошло. Сука, какого хера? Ключ я тут один взял. Ладно. Там патроны есть, давай заберу патроны. Да, блядь, ну ёб вашу мать! Разработчик! Ёбаный пидорас. Серьезно, вот я не понимаю, нахрена было так делать, нахрена было восстанавливать ребят, которые я уже убил 72 раза, их, блядь, восстанавливают опять, нахрена? Зачем такое делать? Ну вот зачем, это ж подстава, это просто нечестно так. Если, я еще раз повторяю, если, блядь, ты делаешь, восстанавливаешь бесконечных противников, делай, чтобы с них падали патроны. В чем проблема? Жизни и патроны, все, пожалуйста, хоть их каждую секунду респаунь, блядь. Но давай с них патроны. Нет же, блядь, ни патронов не дают, нихуя не дают. И говорят, ты чё, серьезно, откуда ты? Откуда он, блядь, взялся? Они же нихуя не дают с них. Так, этот по диагонали херачит, ладно. Так, ты вот так, а тот вот так. Жизни мне не нужны. Ай, прям в глаз. Блядь! Нет, почему ты соскользнул, идиот? А какого хера он соскользнул-то? Ты сейчас на полном серьезе или ты так просто с меня издеваешься, прикалываешься? Ты турок. Ебурок, блядь. Я сюда иду или нет? Куда это я вообще? Подожди, а куда это? Я тут что-то и не был. А куда я иду? Воу, что это тот? Жизни все-навсего и все. И все? И все? Серьезно? Вот и секретка классная, блин. Никчемная. Кто мне может объяснить, почему он там соскользнул? Я, например, не понял, почему он там соскользнул. Так, от вас можно не трогать, потому что вы никчемные. Уебки бесконечные, блядь. Ненавижу вас. Да уйди ты. Пиздец. Это я заберу. Да и пожалуйста, лазь там, сука, тварь. Плавайте, плавайте, я тут поплаваю. Так, там ничего, значит мне тогда вот сюда. В эту норку. А эта норка куда ведет? Ты можешь быстрее? Хе-хе-хе, что, жирный не пролезешь? Ну и пока. Куда я иду?
Может, это короткий путь будет к этой херне, блин, которая скользнул, сука, тварь. Воу. Что-то нажал. Какую-то кнопку нажал. Где-то я? Так, я здесь был. Ага, вот это место, где я хотел пролезть, но я не пролез. Ну-ка, пошли сюда, куда это ведет. Просто чисто проверим. Опа. Это мне не надо. Это не кнопка. А куда я иду? Карты там нет дальше. Почему нету на карте этих катакомб? Не отображаются. Что за херня? И куда я? Фу-ху-ху. Тут лазить да лазить. Вы что, серьезно что ли? А там что? Там тоже патроны. А тут что? Там ничего. Вы серьезно хотите сказать, что мне сейчас назад надо будет пилить? Только давайте без этих приколов. Что я сейчас возьму патроны и попизжу назад. Вот это вот класс. Там тупик. И тут тупик. Вот это, блядь, приехали. Вот это просто мы взяли и приехали. Вот это классно сделали, просто четко. Да... Если бы знал, я бы сюда не пошел бы. Вот серьезно не пошел бы. Мне эти патроны нахрен не нужны. Я просто время потратил больше 2 минут, чтобы просто сюда пролезть, туда и назад. Хотя здесь ничего полезного абсолютно нет. Абсолютно ничего. Просто ноль полный. Но я за то время не потратил на эти ползания, блядь. Я еще назад не вернулся, смотри. Это же я еще не вернулся, это мне еще вон сколько ползти. Класс! Молодцы, молодцы. Узнают ребята, как время просто потратить в ничто. Наверное, блин, просто мастера этого дела. Иди нахер. Так, куда тут? Суки. Опа, перепрыгнул, а нахрена? Опа, гренад-лаунчер нашел. А что там у меня, подожди? 500, нормально. Будем стрелять. А, бэкпэк, смотри, восстановился. А что, огонь уже не работает? Или это я еще не дошел туда? Да привет. Не работает, конечно, не работает. Жизни полные. Хорошо, отлично. Жизнь я полностью восстановил. Мне как дойти теперь-то назад? Ай, блин, вот это надо было там упасть, реально. Там просто тупо он соскользнул сам. Взял и соскользнул. Да, давай, короче, тут сохранимся и закончим на эту серию. Вот так, еще давай вот так, еще давай вот так. Короче, все нормально. В общем, давайте, ребятки, все, всем спасибо за просмотр. А, ссылки в описании под видео. Ага. Сейчас попробую тут посмотреть. Далеко мне еще бежать? Чекпоинт. Да, походу, недалеко, да? Хотя далеко, блядь. Потому что здесь еще катакомбы эти, говорю. А тут что? Сейчас я пока что прозондирую, что у нас здесь. Да, иди ты. Тут просто патроны были к пулемету, и все. Я тоже умею прыгать со стороны в сторону. Вы не думайте. Прикольно сделали игру, где можно противника вообще не трогать. Вообще не убивать даже. Просто тупо бегаешь, как дурак, и все. Box of explosives, ammo. Бам, там кого-то шибанули. Они могут друг друга, кстати, херачить. Так, это я вернулся назад. А где-то тут сохраняшка вроде была или нет? Меня ударили? Конечно же, меня ударили, а почему бы и нет? Или не было здесь сохраняшки, подожди. А стоп, там... Чекпоинт. Там пьедестал и такое, как кнопка. Да иди ты, блядь. А как, подожди, туда попасть? Стоп, я там не прыгал, значит, там надо прыгнуть. Там же можно вылезти. Там на пьедестал... А, тут, возможно, вот эта дверь открывается. Ну-ка, подожди. Хорош стрелять, когда ты лезешь, чувак. Не нажимай случайно на курок, окей? Тут был ключ. А тут есть кнопка. Она воду убирает, сука. Воу! И жизни тут просто и все. Дай херня.
А, опа, прикольно. А тут? Так, а стоп, это я тут не был, да? Сейчас полазим, полазим, короче, время, ну и нахер. Так, стоп. Короче, я уже ничего не понимаю. Ладно, давайте, хер его знает. Мне бы сохраняшку найти, чтобы здесь сохраниться где-нибудь. Но тут ее, походу, нету. Этой сохраняшки. Придется тогда заново все тогда проходить. Окей, тогда давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте! Ха-ха. И всем до встречи в следующей серии. Турка этого, ёб твою мать, с этими гребаными упырями, которые, сука, восстанавливаются. И все, всем пока.